Финалистов детского конкурса рисунков «Моя семья. Нефтепереработчики» наградили во Дворце культуры Мозырского НПЗ. Как новое поколение представляет жизнь полесского гиганта, можно увидеть в галерее на первом этаже дворца. Организаторы конкурса формат не ограничивали, сделав ставку на детскую непосредственность, талант, воображение и фантазию. Я рисую с детства, самая, когда маленькая была, мне мама просто дала карандаши и листик, и я начала рисовать каляки, какие-то маляки там. А потом просто как-то пошло, меня с 3 или в 4 годика отдали в подготовительную группу в художественной школе, я рисовала, и так пошло мое рисование, я привязалась к нему. На этой работе я изобразила то, как Беларусь поздравляет завод, и то, как мы его любим, и фейерверки, и то, что люди действительно ценят то, что делает для нас завод. Авторов лучших работ пригласили на праздничную церемонию награждения. Хотя столь пафосное название мероприятия здесь лишнее. В уютной семейной обстановке мальчишкам и девчонкам вручали дипломы и подарки от первичной организации Белхимпрофсоюза. Ведущим вечера стали звезды летнего телеканала Kids TV. А за музыкальную составляющую отвечали яркие воспитанники вокальной студии «Звездная страна». Развитию творческого потенциала у детей нефтепереработчики уделяют большое значение. Они знают, вкладывая силы, время и ресурсы в детей сегодня, обязательно получишь позитивный результат завтра. Кстати, увидеть работы юных художников может каждый желающий. Выставка продолжит работать на первом этаже Дворца культуры.